Добрый день. Меня зовут Васильев Дмитрий Александрович. Я являюсь управляющим медицинского центра «Земский врач». Сегодня я покажу, как в программе «Учет пациентов» мы регистрируем обращение к нам пациенту. К примеру, обратился к нам Иванов Александр Борисович. 1 января 70-го года рождения. Заносим номер телефона. Имеем возможность занести дополнительные телефоны, либо электронную почту. Заносим адрес регистрации. Также паспортные данные. Дальше мы можем занести категорию льготы. И льгота будет у него 10% на все оказанные услуги. После этого мы добавляем договор. Поставляем форму оплаты. Вносим услуги. После этого мы данный договор распечатываем. Нажимаем на кнопку «Печать договора». В данном случае у нас с вами открылся договор в окне. Но у администраторов он идет сразу на печать, без обзора. Мы видим первичный прием терапевта. Всего 900 рублей, 90 рублей скидка. К оплате 810. Данный договор клиент подписывает. Также кликаем на информсогласие. Открывается у нас информированное согласие по данному пациенту, которое также распечатывается. И здесь устанавливается галочка, что информсогласие подписано. Также мы имеем возможность распечатать амбулаторную карту, который нам обязательно понадобится при обращении к терапевту. Амбулаторная карта открылась. И мы ее запускаем на печать. После этого, того как человек уже обратился к врачу, вышел от него, производим оплату. Переходим на данный договор в таблице договора. Еще раз проверяем. Вот. И печатаем чек. Нажимаем печать чека. Чек у нас распечатался. Далее мы заходим во вкладке платежи. И добавляем платеж. Возвращаясь в главную таблицу пациенты, мы в вкладке «Баланс пациентов» видим, что было начислено 810 рублей. Данная сумма оплачена пациентом, и долга у него нет. Дополнительно мы можем регистрировать листы нетрудоспособности, а также справки в налоговую. Вот. В том случае, если пациент получает услуги по программе добровольного медицинского страхования, то у нас есть вкладка ДМС, где все списки, поданные нам страховыми компаниями с указанием пациентов, регистрируются.
А также заносятся данные. Вот, пожалуйста. В общую таблицу. Так мы регистрируем обращение пациента. Спасибо за внимание.